уже такое видео некоторое время назад, когда наши другие девочки закончили эконом-вышки, да, получили дипломы. А сейчас, поскольку Маши с нами не было, потому что мы овцы, которые не догадались ей позвонить. Они овцы. Да. Вот. Поэтому мы сейчас тоже запишем такое же видео. Мы, правда, немножко не в таком критическом состоянии, в котором были тогда. Вот. Но все равно. Короче. Убери вот это. Есть? Ярик. Нет, он не пропал. Нет, мы потом уже поговорим про Ярика, слушай. Я думаю, что все равно берет. Так вот, я хочу предложить Маше высказаться по поводу того, кем она видит себя через 30 лет. Через 10, когда ей будет 30 лет. А, через 10, да, тебе будет 30. Когда мне будет 30 лет, я мечтаю иметь свое собственное консалтинговое агентство по консультированию людей с всякими проблемами. Я мечтаю иметь двух детей, прекрасного мужа в лице Ильи Ширяева, и который мне не бьет мозги, и отпускает меня, разрешает мне делать все, что я хочу. И, собственно говоря, еще я бы хотела работать где-нибудь, ну, в общем, ладно, неважно уже. Самое главное, это вот это вот консультирование, я бы там сидела, бы всем этим руководила, в общем, было бы здорово. Вот. А еще машина какая у нас пишет? Машина! Машина Audi. Audi. Белая. Белая Audi, как у Дениса, но через 10 лет она будет другая. Но белая Audi, однозначно. А я пообещала, что у меня будет Audi R8. И я куплю ее сама. На свои деньги. На куплю. Заработать просто. Да. Сначала я буду работать в другом месте. Но потом, когда я накоплю деньги, я сделаю себе такое, консалтинг, и сделаю себе машину. Вот у меня машина. А еще я хочу важное дополнение сказать. О том, что хотелось бы сделать так, чтобы Маша заработала эти деньги не на нас, как ее клиентов, а на каких-нибудь других лицах, которым тоже нужна будет помощь. Я очень надеюсь, что мы все не будем иметь такие проблемы, с которыми можно было бы прийти в консалтинговый агент. В общем, на самом деле, у нас просто день выпускного. Мы отмечаем свой диплом, наконец-таки получивший. Да? Да. А, я чё? Она не бакалавр. Я не бакалавр. Она не бакалавр. Наша подруга, давай сюда. Мы очень рады, что мы организовали это, и у нас такой прекрасный вечер. Да. Да.